Почему лимон не цветет и не плодоносит? Нежное лимонное дерево цветет подобно жасмину, беломолочными соцветиями. Каждый цветовод с нетерпением ждет, когда же его лимон даст плоды. Но почему он не цветет и не плодоносит, остается загадкой. В сегодняшней аудиостатье мы перечислим причины, почему лимон не цветет, и поделимся секретами плодоношения лимонного дерева. Лимон принадлежит к цитрусовым, вечно зеленым растениям. Считается неплохим вариантом для выращивания дома, так как достаточно неприхотлив и прост в уходе. С легкостью цветет и плодоносит при комнатной температуре, не требует применения серьезных процедур по уходу. Почему же лимон не цветет? Минусовая температура, прохладный подоконник или уголок в доме, недостаточное количество освещения, нерегулярная обрезка, неправильная подкормка, низкая кислотность почвы. Лимонное дерево цветет и плодоносит при температуре от 15 градусов тепла в весенний-летний период и 10-12 в зимний. Значительное понижение температуры может сказаться на застое в цветении и плодоношении лимона. Что нужно делать цветоводу? Резкие колебания температур для лимона также нежелательны, поэтому рекомендуется постепенно повышать температуру воздуха, подведя ее к нормальной для цветения и плодоношения лимона. Удачное размещение лимонного дерева в доме или же в саду, в укромном уголке играет большую роль в дальнейшем цветении и плодоношении. Лимон не любит прохладной почвы, воздуха или места в доме. Нельзя ставить лимонное дерево на прохладный подоконник или места со сквозняком. Что нужно делать цветоводу в этом случае? Постепенно повышая температуру вокруг дерева или выбирая подходящее место расположения, можно обезопасить себя от проблем с цветением и плодоношением лимона. Поставить его рядом на тумбочку, на кроватный столик или же на стол, чтобы удобнее было располагать, не задевать лимонное дерево и при этом не переохлаждать растение. Умеренная температура и обильное освещение – это предел мечтаний любого лимонного дерева. Лимон предпочитает продолжительный световой день вплоть до 12 часов в сутки. Увеличивая световой день до 12 часов за счет корректного расположения лимонного дерева в квартире юго-восточной, южной или восточной части дома, либо дополнительно подсвечивать дерево с помощью лампы. На ночь фитолампу выключают. Лимон необходимо регулярно обрезать для того, чтобы он цвел и плодоносил. Регулярная обрезка предполагает систематичное удаление разрастающихся веток при нормальном уходе. Подкормка почвенной смеси, в которой растет лимон, основывается на соблюдении повышенного уровня кислотности земли, необходимого для продолжительного цветения и плодоношения лимона. Что нужно делать цветоводу? Рекомендуется следить за уровнем кислотности почвы, поливая и подкармливая закисляющими компонентами. В качестве удобрения использовать покупные ингредиенты для цитрусовых растений. Как же заставить лимон цвести и плодоносить? Заставить лимон цвести и плодоносить, если этого нет, можно с помощью перекрестного опыления. Метод прост в исполнении. С помощью небольшой сухой кисточки переносим пыльцу с одного цветка на другой. Действует в период цветения, применяется в рамках одного сорта и быстро повышает вероятность лимона зацвести и начать плодоносить. Ставьте лайки под видео, если вам понравилась сегодняшняя информация. Пишите в комментариях о вашем опыте выращивания лимонного дерева, подписывайтесь на наш канал и переходите на сайт. На сайте много интересной и актуальной информации.